Продюсер Иосиф Пригожин в интервью Ньюсру заявил, что в случае возвращения на родину Алла Пугачева не сможет вернуть свой прежний статус. Легендарная певица утратила свое влияние на отечественный шоу-бизнес после появления стримингов. Пригожин обратил внимание на тот факт, что время таких структур, как русское радио, прошло. Сегодня эти позиции занимают такие соцсети, как, например, Яндекс, ВК, поэтому сегодня игроки и лидеры по продвижению – это стриминговые площадки, пояснил продюсер. Поэтому в современном российском шоу-бизнесе отсутствуют влиятельные фигуры. Пригожин в этом контексте упомянул Льва Лещенко и Иосифа Кобзона, которые в свое время могли оказывать влияние не только на шоу-бизнес, но и на политику. Но сегодня в России клановость обесценена, поэтому едва ли Пугачева сможет, как раньше, влиять на российскую эстраду. Сегодня каждый стриминг продвигает своих героев, поэтому влияние таких знаковых фигур, какими были Пугачева, Кобзон и Лещенко, ослабло и сведено к минимуму, сказал Пригожин.